Отеки в ногах, грибок и шпоры уйдут. Как сделать содовые носочки? От усталости ног, от отеков. Также хорошо расслабляет ноги. После содовых носочков ножки будут гладкими и ухоженными. А утомление исчезнет вмиг. Беру пол-литра теплой воды, градусов 35. Если есть варикозное расширение вен, очень горячую воду не используйте, а лучше использовать еле-еле теплую. Растворяю в воде 1 столовую ложку соды. Все хорошо перемешиваю до полного растворения. Опускаю носочки в этот раствор и выжимаю. Делать это нужно на ночь, и в таких носочках нужно спать. Сверху носочки нужно закрыть бахилами или пакетом. А сверху еще одни теплые носочки. Такую процедуру можно проделывать в течение дня несколько раз, и особенно на ночь. Это средство прекрасно справляется с синдромом беспокойных ног и отлично подавляет активность грибка. А утром просто промойте ноги водой и смажьте кремом.